Качели для взрослых и детей, новая брусчатка и уличное освещение, а в центре арт-объект – огромная шишка, как напоминание о названии этого сквера – сосны. Он располагается в 7-м микрорайоне в границах домов номер 8, 10, 22, 24, 26 по улице Героев Космоса и преображается благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Эта территория самая маленькая среди благоустраиваемых в Сормове в этом году, но с богатой историей. Во время войны здесь, в этом сквере, проходили митинги по проводам танкистов, которые получали новые танки на заводе «Красное Сормово», и отсюда уходили на фронт. А здешние девчонки провожали их здесь, здесь даже устраивали танцы. Жители нас здесь просили оставить такую же озелененную территорию, поэтому у нас здесь минимальное количество брусчатки. В основном здесь у нас упор на посадки, на зелень. И жители просили освещение, что как бы мы им и сделали. То есть здесь в любое теперь время суток будет светло. Работы в сквере уже подходят к концу. В рамках благоустройства в соснах, кроме прочего, высадили 34 дерева, сибирские лиственницы, ели, сосны двух видов, серебристые тополя, а также почти 200 кустарников. Делали это в начале июня, когда позволяла погода. Выполнены работы на 95% практически. Буквально остался вот кусочек постелить георешетку, сделать рулонные газоны. И все, остальные все мафы установлены, брусчатка вся сделана, то есть бордюры все выставлены, то есть буквально дней еще три и весь сквер будет готов. Благоустройство общественных территорий традиционно проводится с учетом мнения жителей района. Это необходимые условия для развития городской среды, считают специалисты. Я вхожу в комиссию, общественную комиссию по контролю за ходом исполнения работ, поэтому совместно с жителями на регулярной основе контролируем ход проведения и, соответственно, техническому заданию тому, что делается на этой территории. Но пока все проходит в графике. Я считаю, очень важно совместно решать этот вопрос организаторам, под рядом организациям с жителями, которые, как никто, могут определить, что им надо посадить, поставить, осветлить и так далее. Всего в Сормовском районе благоустраивается 4 общественных пространства – юбилейный бульвар, сквер на юбилейном бульваре и сквер на проспекте 70 лет Октября, а также этот сквер – сосны. В целом по городу преобразятся 30 территорий. Екатерина Васильева, Время новостей.